Всем огромный привет! Всем привет! Мы с Максимкой решили начать новый влог, так как пошли гулять по магазинам, хотим попасть в Магнит Косметик, Фикс Прайс. Посмотрите, что творится. Банда. Вот такая банда собак. У нас очень-очень много беспризорных вот таких собак. Поэтому, если честно, мы Стёпу боимся отпускать на улицу вот из-за таких вот собачьих стай. Хотим попасть в два магазина, надеюсь, будет интересно. Может быть, получится какие-то достопримечательности города поснимать. Правда, у нас тут по дороге их немного. Разве что сам центр города и немножко тут реку, мост. Ну, попробуем. Максимка сейчас вроде здоровья ничего. Вообще-то в этот раз болезнь протекает, ну, как бы в легкой форме. У него... Многие спрашивают, что же с Максимкой. У него хронический ларинготрахеит. Если вот по старинке, это называлось сложный круп. Начинается резко отек горла. Чаще это связано у него почему-то с насморком. Вот обыкновенный даже легкий насморк заканчивается вот такой как бы аллергической реакцией. Не аллергия на школу. Аллергия на школу. Вот так вот. Я разболелся именно в день, когда мы пошли на рентген. Да. Я начинала заболевать и заболела. Да. Так что у нас лечение одно, не ходить в школу, да? Да. А на домашние дела у тебя нет аллергии? Нет. Нету, да? Маме ты помогаешь? Да. Да, ну ладно, тогда. Выношу мусор, мою голову, иногда подметаю коридор. Коридор, ну, не наш, а сам подъезд. Ага. А крестиком вышиваешь? А вот Матроскин и крестиком умеет вышивать. Кто? Кот Матроскин из Простоквашино. А, хорошо. Хорошо, да, тебе надо еще подучиться, видишь. Не всем хорош еще. Да. Ну вот, насчет болезни. Если убрать эту аллергию, то у нас, в принципе, в этот раз... В легкой форме. Конечно, утрами бывает тяжелое дыхание, но вот после как их там называют, ингаляции все проходит. В школе нормально учится. Уже сегодня наизусть что-то задали учить. Начали первые записи делать в тетрадях. В общем, будем учиться в третьем классе. Ночи сейчас холодные, 10 градусов с утра, а вот днем 22. И я подумала, что мы пойдем гулять вместе. Сначала хотела одна сходить, потом подумала, что пускай тоже погуляет, подышит, пока еще теплые деньки, свежим воздухом. Вот мы с вами от нашего дома дошли до магазина Dixie. И не устали. На удивление. Да, тут уже много народу. С камерой я особо не буду ходить болтать, а то смотрится смешно. Ну, по крайней мере, для нашего города это еще смешно. И ветер плюс холодный, наверное, ой, холодный, сильный, наверное, будет шуметь на камеру. Прошли мы Dixie, мы так будем весь путь держать по прямой линии. Единственное, я очень не люблю на камеру говорить, начинаешь пыхтеть от дороги. И хотим вам показать одного жителя дерева. Вот тут вот сейчас мы с вами. Вот так в одном дворе. На обыкновенной березке живет вот такой прикольный медведь. И он тут висит уже года 3, наверное. Так прикольно смотрится. Вот все приходят сюда, смотрят на него. Вот такой Миша. Еще так его закрепили хорошо. Сейчас лапу покажу. Вон, видите, он так лапами держится между веточками. Местные дети его любят. Все, весь наш путь так будет теперь по прямой. Мимо Магнит Косметик, пока не упремся в Фикс Прайс. У нас город вот таким крестом идет. И вот мы с одного края идем к центру. Вот так мы его и называем, центр города. Там большой перекресток, река проходит. Но ветер, конечно, сильный. Боюсь, что сейчас на камеру и я говорю, и шумит. Хотя вроде прикрыла микрофон рукой, но боюсь, что будет все равно шуметь.
Ну, дорога это не очень интересная, поэтому я ее снимать не буду уже. Будем к Магнит Косметик подходить и там покажу что-нибудь. Подходим мы к Магнит Косметик. Так мы идем по прямой. Вот у нас такие старинные совсем домики, двухэтажки. И вдруг среди такой развалины красивенный магазин. Оформили они его замечательно, сделали и стоянку, и лавочки. Чтобы в нашем городе встретить лавочку, на которой можно отдохнуть, да еще и красивую. Это вообще очень красивый и роскошь. Вот Макс с моей сумочкой. Лавочка для гигантов. Да. Я говорила во влоге, что пришлось Максимку полностью одевать по-новому. Потом ему почти все. Только кепка осталась с лета. А то так мы осень в одних трусах с ним встретили. И вот так написано. Магнит. Давайте сходим в Магнит Косметик. Ну, наверное, вверху не получится снимать. Давайте вам вот так. Нет, немножко будет видно. Я говорила, что у нас даже продавцы в таком еще шоко-удивлении. Приятно, что у них можно там по полкам ходить, смотреть. Магазин еще, знаете, так интересно оформлен. Очень много пустой территории. Сначала заходишь, кажется, где магазин-то? Только зал какой-то. А вот он, идти вот сюда. Ну все, держите меня, семеро. Пошли. Пошли. Макс мочалки очень любит. Я их все время озвучиваю, он их прямо обожает. Он считает их живыми. Выбрал себе новенькую. Довольный? Сестренка для Мура. Угу. Только говорит, мама, ты справишься со всеми, всех озвучивают. Уже трое будет. Уже трое будет. А вот сейчас кому? Меня отругают. Девчонки, если честно, вот такое мыло увидела. Какое оно вкусное, какое оно классное. Подержи, Максим, корзину. А вот кого он. Вы выбрали. Вот кого он выбрал. Да. Я даже одну нашла. Открытое. Он пахнет прям смородиной. Ой, в нем 250 грамм, но он такой дорогой, 200 рублей. Вот это вкусно пахнет. Ой, вообще. Макс, поднимай, я все разрушила. О, она, кажется, приоткрыта. Так, не надо, не трогать. И вот эти вот классные. Как вкусно знаете? Пахнет. Ну, это у нас есть. Ой, какое вкусное. А это 99. Я мыло хочу. У меня ж мало. Тут разные. Тут прям разные. Ой, какая красота. Все хочется. Тут написано скидка 30%. Для нас это такое счастье, такая роскошь. На, Макс, клади в корзину, хочу я это мыло. Вот это тоже хочу, но у меня таких денег нет. Куда положить? В корзину к нам. Куда? Это смородина? Нет. А что это? Понюхай, просто какое-то вкусное. Да, вкусное. Надо купить, которое я нюхаю. Тут я нашла отдел, где нету продавцов. Надеюсь, меня не застукают. Так, я Стёпе обещала купить ему еду. Наверное, сейчас Стёпе вот это куплю. Максим, на в корзину клади. Хорошо. На самом деле, смотрите, вот в будни никого и нет. Вот, Максим, я тебе говорила, отдел с игрушками. Я как раз выкинула все игрушки у тебя, которые были уже ему не по возрасту. О, Hot Wheels. Так, а вот здесь канцелярия. Здесь были ластики. Что-то я ластиков уже не вижу. А нет, вижу вот подальше. Два осталось. Но у нас такие уже есть. Вот ты мне какие покупала. Да. Карандаши, вот видишь. Ага, красивые. А вот ты какие купила. Ты мне купила вот этот зеленый и желтый. Ага. Посмотрим на чашечки. Ну, пойдем на чашечки смотреть. Максу кружка понравилась.
кружка, она кофейная. Да, ну посмотри, какие смайлики. Это прям моя кружечка. Прям твоя кружечка. Прям для меня сделана. Они... А как ты это понял? Потому что посмотри, какие смайлики. Прям ой, какой девчачий? Мальчишечки. Даже сам не определился, мальчишечки или девчачьи. А вот это не мальчишечки? Ну, красивая. Так она, наверное, уже для взрослого мальчика. Для чуть-чуть повзрослей. Смайлики. А есть зеленые. Так она кофейная. А есть красные. Они разноцветные. Там, да. Зеленые, красные, желтые. Принт вот с голубым. И с зеленым, и с красным. А еще желтые. Тебе какая нравится? Не знаю, наверное, зеленые. Зеленые? Ну, зеленые, да, интересно. Ну, возьми, ладно, будет у тебя кружка. Спасибо большое. Спасибо большое. Пожалуйста. Тарелки красивые. Сейчас еще немножко посмотрю. Я корзину и сумку все мою кусу оставила. Сама лазила. Вот у меня мечта, хорошую сковородку. Надо будет когда-нибудь купить. А Макс без корзины ушел. Вот он так с покупками. А, вот еще интересно. Тоже можно очень сейчас... люблю я такие вещи. Можно 20 штучек? Смотрите, какая дорогая. А фикс прайс такая стоит 50 рублей. Ну, там, может, качество чуть хуже. Так. Какая красота. Я вот такую корзину хочу. Ну-ка, Максим, подержи камеру. Держу-ка. Я держу так, чтобы было интересно. Сейчас на меня все посыпят. Я пойду до свидания. Сюда, это еще не все, это еще не все. Вот это ваши ножи. Угу. Смотрите, какие подсвечники красивые. Для них я нашел свечку. Такая красота. Прям вау, какая красивая. 199. Можешь купить, Макс? Давай, очень красивая. Прям так нравится. Прям на озере вот и плавает. На речке. А есть свечка. Очень красивая. Нет, она туда не влезет. Макс. Но очень вкусно пахнет зато. Для него надо вот такие свечи. Кстати. А, понятно. Вот зато... Свечи я обожаю. Ароматные, просто ужас. А вот это, смотри, тоже свечи. Свечи? Их можно сюда положить. Да. Как бы. Вот, он же распустился, а в нем должен быть цветочек, если он распустился. Какую цену ты видел? О, 300 рублей. Дороже самой. Наверное, потому что красивые свечи. Ну, давай возьмем подсвечник. Давай. Мамочки. Говорю, держите меня, семеро. Я сейчас все потрачу. А, вот такие есть, Максим. О, красиво. А тут тоже есть клюква, корица и лимончик. Ага. А, это одна фирма, смотри. Скулс. Это ага. Одна фирма. Да. Мне вот такой вот свеч присылала Юлюня Макарова. Привет тебе, Юлюня, если смотришь. Они у меня как раз закончились. И больше нету. Ой, я хочу. Ну, давай свечи, можешь фикси посмотреть. Правда, там, наверное, они будут не такие. Ну, давай. Тут вот самые дешевые 59, но они с корицей, а я корицу не люблю. Да. А тут 99, но их уже очень много. Но корица зато вкусно пахнет. Вот, тут прямо целая куча. А что такое чайные свечи? Чайные, не знаю. Да, чайные свечи. Выбор, конечно, огромный. Чего только нет. Ну, в косметических отделах уже более активно. Людей много. Уже сложнее снимать. Корзинку, Максим, возьмешь?
А сегодня 2 сентября. Поэтому надо сюда 3-го приходить завтра. Будет большая скидка. А завтра 25%. Это хорошая будет скидка. Поэтому сегодня брать невыгодно. Там есть плюшевые игрушки. Пойдете посмотрим. Там продавцов много. Ну показывай, показывай. Котики. Вот там плюшевые игрушки. Просто там много продавцов. Ну, тут стыло. Какие там еще-то интересные? Уж больно кисы понравились. А есть собачка Тедди. Настоящая. Много всего есть. Интересно. Вот больно котик понравился, да? Я не пойду больше туда. Мы не пройдем. $866. Так дорого. А радости зато стоит. Ну что, Максим, да? Да. Спасибо большое, мамочка. Давай его поискать. Держи. Выключи. Да, выключай. Интересная получилась у нас сегодня прогулка с Максимкой. Сходили мы в Магнит Косметик, потом погуляли по центру, сходили на речку, сняли с моста вид реки, потом попали в Фикс Прайс и тоже снимали в магазине. Я решила, чтобы не был ролик длинным и тяжелым, я вот здесь закончу первую часть, покажу как раз покупки, которые мы совершили в Магнит Косметик. И вторую часть мы начнем, как мы из него вышли и пошли гулять дальше. А в третьей части, скорее всего, я покажу покупки в Фикс Прайс, потому что любителей влогов не так много, как тех, кто любит смотреть покупки в магазинах. Поэтому вот сами покупки я сниму отдельно. Приятного просмотра, давайте посмотрим, что же мы взяли в Магнит Косметик. Хотя многое мы брали вместе с вами, и вы сейчас не удивитесь, то, что я буду доставать. Стёпе мы купили для стерилизованных кошек и котов вот это вот питание кошачье от Пурины. Он ее любит, вот, ну вот его вот этот корм с говядиной и пшеницей идет. Мы, бывает, покупаем еще вот такой корм, я его сразу покажу, тоже для стерилизованных кастрированных, вот от этой вот фирмы. Но после Пурины он тот ест плохо. Но еще лучше корм идет, который мы покупаем в ветеринарной клинике у врача. Там на развес она хвалит определенный корм и говорит, что лучше брать у нее. Вот. Ну ладно, все-таки косметический магазин, про Степу достаточно. Из косметических средств мы взяли, в принципе, вот 2 всего или 3, ну, немножко. Вот такое мимо такого жидкого мыла не смогла пройти. Я не знаю, Максимке это понравилось или нет, но я захотела, чтобы оно у нас было. Котенок по имени Гав. Путешествие в мир добра. Видите, как написано красиво. И вот такое жидкое мыло для ручек. Очень-очень приятный аромат. Сам цвет даже какой-то позитивный. 500 мл. Цена была этого мыла... Так, 79 рублей. Но знаете, вот потом, когда во второй части мы будем гулять по Фикс Прайсу, там было средство точно такое же, ну вот эта серия, только не мыло, а средство для купания детское, Простоквашино.
уже мультик Простоквашино, также вот такая бирочка. И 50 рублей, это 79, то есть можно было бы, конечно, повыгоднее купить. Но мы об этом не знали, ничего страшного. Я была довольна вот этой вот позитивной упаковочкой. Гель для душа. Вообще сегодня была скидка большая именно на гели для душа, 30%. А так как из гелей мы взяли только вот такую малышку, Максимка на кассе попросил, то и скидка была только вот на эту малышку. Она очень жидкая такая, прямо видно, что там этот пузырь очень быстро, как водичка, булькает. Ну, это больше так декоративное средство или куда-то там в поездку с ночевкой с одной взять с собой. Цена была 23 рубля, скидка 30%, аж 7 рублей. И получается вот эта штучка 16 рублей всего была. То есть 30% скидки, ну, очень заметно, очень было выгодно. Почему я не взяла? Ну, понятно, почему я не взяла. У меня гелей очень много. И еще одно косметическое средство, которое тоже взяли мы вместе с вами. От мыла я с трудом оторвалась, если честно. Я хотела взять все там большие куски, которые увидела. И вот в этой серии, Керасис, так вроде оно называется. Да, вот видите, Керасис. И в этой серии многие мне понравились. Так вот, на аромат. Ну, все, не купишь, это ж понятно. И так у меня получилось покупок немного, а цена 866 рублей. Ну, то есть, достаточно много все равно потрачено. Вот такое мыльце. Жалко мне его, конечно, открывать. Хочется и посмотреть. Давайте посмотрим, ладно. А то что я перед вами коробочкой-то трясу, да? Я потом заклею. А нет, оно, смотрите, еще идет вот в такой упаковочке, в бумажной. Но видно, что мыльце уже там такой квадратик. Эту упаковку уж я тогда не буду нарушать. Но пахнет очень приятно. Чем-то таким парфюмированным, цветочным. Вот такой вот симпатичный дизайн у коробочки. 99 рублей стоило это мыло. Вот. Но мы не прошли мимо вот этого подсвечника. Пожалела денег, конечно, я на свечи. Но мимо этого подсвечника я пройти не могла. Ну, правда, он такой красивый. Мне кажется, он даже и в роликах будет украшением. И тумбочку, когда зажечь свечу, будет очень красиво. Достаточно глубокое вот это донышко. Вот, я с собой принесла свечи. Я говорила, мне Юлюня дарила. Оказывается, у меня в маленьких моих подсвечниках еще оставались. Смотрите, видите, как глубоко уходит. Так, сейчас я Максимкина зажигалка. Он мне так выдал. Сейчас попробуем мы с вами зажечь, посмотрим. Ну, гулять так гулять. Сегодня мы все открываем, все достаем. Вот такая красота получается. Ну, красиво. Правда, красиво. Вот. Будет у нас такая свеча тут стоять, украшать. Максимке взяли мы вот этого кряка, утенка-мочалку. У него нечто подобное, только вот этот такой, знаете, как поролоновый немножко, а у него с пилингующим таким, ну, в фикс-прайсе мы брали до этого, больше как вязаная такая, и вот без такого пузика. А мочалки все равно приходят в негодность, надо менять их. Максимке жалко, я решила ему подобную какую-то купить, похожую мордочку, и будет у него вот такая замена. Вот. Новый кряк. Так, сейчас мы... С игрушками он расставаться не может, ему это очень трудно дается. Ну и последнее. Так, кряк. Кряк стоил у нас 105 рублей. Нет, не 105. Мочалка, варежка 119. 105 рублей стоила вот эта кружка. Если будете смотреть вторую часть, мы потом смотрели кружки в фикс-прайсе. Там 50 рублей, качество, если не лучше даже. Потому что вот, например, тут очень плохо как-то. Это не отбито, это плохо прокрашено. Вот, видите, есть такие какие-то вот моменты. Ну, как будто... Нетрезвый человек работал. Как-то вот плоховато.
прокрашено, видите? Экспресса тоже написано как-то вот не прокрашено. Ну, очень захотелось Максимке вот эту вот позитивную кружку со смайликами. Ну, пусть будет. Сегодня хотелось Макса мне порадовать. Мне, правда, всегда его хочется радовать. Это, наверное, удел всех родителей. Хочется что-то ребенку делать приятное. Вот такие у нас были сегодня покупки в Магнит Косметик. Ну, понятное дело, что в фикс прайсе мы купили намного больше. Хотя чек там составил сумму намного меньше. Ну, как намного? Не намного, на 100 рублей меньше. Но покупок было много интересных. Поэтому оставайтесь со мной, давайте гулять дальше. Пойдемте смотреть, что же там у нас в городе еще было интересного. И пошли гулять по магазину фикс прайс. А в этом влоге я пока прощаюсь. До новых встреч! Давайте попробуем выключить свет и посмотрим, как смотрится наша свеча. Очень красивый, правда? Мне кажется, это будет украшение любой вечерней обстановки. Она, ладно, сама светит красиво. Еще вокруг нее вот такое вот красивое, радужное какое-то, как цветок, да, разводы такие. Так она красиво смотрится. Так что не зря мы потратили эти 200 рублей. Такие подсвечники. Магнит Косметик стоит своих денег, мне кажется. Ну, теперь-то уже точно. Всем спасибо за внимание. Всем до новых встреч. И оставайтесь со мной до следующего ролика.